Меня просили рассказать, как я делаю мясо для котиков. Поскольку в мясе может быть, ну, во-первых, оно все примороженное, вот из холодильника. Вот. В последнее время они куриную печеночку не едят, нарезанную. Да, помощник. Вот. Я привариваю мяско. Первую воду сливаю, вторую воду варю бульон. На бульоне можно прекрасно сделать для котиков какой-то продукт, допустим, там с кашкой или просто бульон с кусочками вот куриных желудочков или печеночки. Вот. Поскольку есть очень глубоко пожилые котики, там 12, 15, 14, 16 лет, то им очень тяжело как бы вот само по себе кушать, многие без зубов. Что я делаю? Я приварила мяско, первую воду слила, на вторую варю бульон плюс мяско. Я взбиваю блендером. Получается обалденнейший вкусный паштет. Естественно, вот первая вода, которая была солью, да, вот ее сливают. На второй воде варится полностью без соли. Почему? Потому что котикам, ну, как бы соль категорически противопоказана. Вот, или ее избыток. Да, вот у меня тут помощник. Вот, Макароша, которая делает постоянно дегустацию. Вот еще один помощник. Маленький такой вот, да, который любит мясо. Вот еще один помощник, который ждет, чтобы мяско как бы уже приварилось. Макароша у нас пробует, тестирует. Да, убери хвостик. Вот. Так что посмотрим и покажу вам в итоге, что будет, когда буду монтировать видео. Но мясо котикам полезно. У меня как бы смешанное питание. Почему? Потому что они все-таки хищники. И вот куриную печеночку они иногда едят. Строганину я показывала, как я тру примороженную говядину или куриную печеночку. Вот на терочке даю им. И вот куриные пупочки, желудочки, печеночка, говядина примороженная. Вот это вот или приваренная. Все это полезно. Они хищники. Они не могут питаться одними кашами и одним кормом. Конечно, в корме очень сбалансированное все, состав микроэлементов, витаминов, все, что нужно. Но если вы хотите, чтобы ваши котики были пупсиками, шерсть блестела, вот допустим, как у наших, да, вот. Ну, кто-то кормит чисто одними кормами, кто-то кормит чисто натуралкой. Но я знаю у котика, которого кормили несколько месяцев одной только натуралкой, вот, чистым мясом. А в итоге котику все время становилось плохо, плохо и плохо. Что случилось с котиком? Ну, у него хрупкость костей. Вот, это называется такая вот болезнь, хрустальный котик. Сейчас его держат плавно перевели на корм Савари. И как бы ребенок перестал ломать кости, постепенно приходит в себя. Чепусечки. Софочка. Вот она, Софочка. Софочке уже выглядит молодо, но ей 7 лет. Там вот Нюшечка, ей 13-й год будет, пойдет.